Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. Нападавший Миха, понятно, ну ладно, бывает. Так, одолеем немножко камеру и забираем подарки. Спасибо вам большое за то, что вы присылаете, немножечко попозже я вам тоже отправлю. А сейчас давайте, наверное, собирать все. Так, у меня повара получает 28-29 уровень, это хорошо. Плотники 17 уровень, забираем дерево, сталь. Казначей 27 получил. И моим бойцам надо еще 3 часа 4 минуты качаться, чтобы получить 85 уровень. На данный момент это у меня максимальный левел. И потом я их поставлю к себе в основную команду. Давайте-ка глянем, что у нас происходит на карте. Смотрите-ка, есть орки, и давайте, наверное, с них начнем. Но заодно буду просматривать других игроков, чтобы найти подходящего для фарма. Будем деньги с вами фармить, ресурсы. И я хочу кое-что поставить себе на постройку. Так, ну с этими ребятами мы быстро разобрались. Ничего в них страшного не было. Я думаю, даже следующий бой тоже сделаем нон-стопом. Потому что практически никто не поврежден у меня. Так, слабоватый, конечно. И вот этих вот давайте по-быренькому сейчас с вами разберем. Тут у нас три дуболома, ничего страшного здесь нету. Пустим их на дровишки. Все, валяются архаровцы. Ладушки. Слушайте, я думаю, даже можно еще разочек сходить. Так, Зерома. Мистер Боб. Ну, мистер Боб. Оу, давайте-ка вот так посмотрим. 284 и, в принципе, сейчас, секунду. Давайте-ка мы сейчас еще кое-кого поменяем. Вот здесь. А ну-ка, давайте сменим. Ух ты, тоже неплохо. Давайте разведочку. 258, ну думаю, с него-то мы и начнем. Да, будем отправлять. Ничего страшного, что у нас не полностью восстановился воин. Должны и так его разбомбить. Заморозочка. Так. Смотрите-ка, довольно такой крепковатый малый, но, тем не менее, он падает. Да, не выдержал натиска. И неплохо мы его лутанули, между прочим. Если таких лутов будет 5-6 штук, вполне накопим нужные нам количество ресурсов. Давайте-ка смотреть, что нам здесь выпадет. Ага, ресурсы, ладно. И здесь у нас тоже ресы. А вот с этих у нас будет что выпадать. Смотрите-ка, на алхимика выпало. Это хорошо. Подвески, колечки, а вот это мы разбираем. Потому что белое я никогда не оставляю. Сразу пускаю на кристаллы. Опять ресурсы. И с этого у нас выпадет что? Лопата. А вот это вот хорошо, на 8 уровень. Дайте-ка я посмотрю своих рудокопов. Кому можно будет присобачить эту лопату. Так, здесь, ну, по-моему, у него мощнее, чем у меня. Хотя нет, нет, ребята. Можно будет надеть, но я найду более слабого. Здесь по уровню не подходит. А вот тут 261. 235. Ага. Ну что ж, давайте тогда, наверное, вот этого вот поменяем. Все, шикарно. А тут 233. По-моему, на данный момент это кирка сам... А, нет, вот сюда можно... Блин, по уровню не подходит, а? Да ладно, ничего страшного, там на одну единицу больше никакой роли, в принципе, не сыграет. Давайте дальше открывать сундуки и смотреть, что будет выпадать. Здесь опять у нас ресурсы. А в этом у нас... Ага, амулет выпал. Броня. Ну, это нам не нужно. Броню я практически никогда себе не оставляю. В плане, ну, амулета или колечки, которые дают на броню. Не вижу просто в них смысла. Вот тебе поменял. Неудачно как-то вышло все. А вот этот, я думаю, будет довольно крепкий малый. Но, тем не менее, можно будет его посмотреть. Так, готовим ледяночку себе. Все, максимум. И разведочку теперь. 471. Даже не буду рыпаться. Натан. О, вот это уже хорошо. Кто это у нас там? Борщ? Ага, борщ, точно. Ну-ка, давайте-ка рискнем.
Что у нас из этого получится? О, ребят, я вам сразу скажу, что мы его сейчас уделаем. Да-да-да, ничего его здесь не спасет. И довольно неплохо мы его лутаем. Смотрите-ка, почти соточка стали. Там около 300 у нас получается дерево. А деревяшек нам нужно очень много. По-моему, 3 миллиона 600 или 3 200, точно не помню. Но дофига. И 1,5 миллиона стали нужно. То есть еще фармить и фармить нам. Угу. Так, ну-ка сейчас вот мы посмотрим с вами поточнее. А, 3 миллиона 150. И стали 1 600 000. Тут у нас, видите, сарай, склад железа доступен. Вот что-то из этого мы с вами и будем заказывать. Но для начала нужно, конечно же, накопить. Давайте-ка дальше пойдем на карту. Зерома. Ну-ка, кого поменять нам? Оу. Я думаю, стоит этого малого просмотреть хорошенько. Готовим ледяночку. И разведку, конечно же. Так, 373. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотя, ребята, если честно, можно было бы попробовать напасть. Но если у нас останутся яблоки, мы можем, в принципе, в конце серии напасть и посмотреть, что у нас из этого выйдет. Ну, а пока... Так, ренегат еще у нас тут. О, давайте-ка мы его тоже посмотрим. Это уже наш клиент, на него можно смело нападать. 284 тысячи мощей. Хотя у него здесь, смотрите, тотемы. Этот осьминог, кракен. Но я думаю, что это его все не спасет. Да, последний маг упал. И тоже неплохо мы его лутанули. Еще пару бойцов и, в принципе, все. Забираем здесь награду. 17 у меня этих, как их, сундучков. Что это у нас? Здоровье слабое, давайте разбирать. Такое нам не нужно. Так, ну в принципе эти ящики можно будет открыть. Мы сейчас никуда с вами не спешим. Яблоки будем тратить, это уже на портал. Как говорили ребята, оставлять желательно бы. Это тоже разбираем. Так, что, и вот этот еще давайте откроем. Посмотрим, что здесь выпадет. Опять же ресурсы. Ну, яблоки нам здесь сейчас нужны. Будем фармить с вами, тем более тут у нас орки. Мы должны их всех разбомбить, чтобы выбить синий себе сундук. Так, и как раз вот здесь у нас есть вторжение. Оу, ну 43-й, я думаю, на него даже рыпаться не стоит. Немерию мы поменять не можем. Так, тогда остается у нас вот здесь еще, да? Евгений. А здесь шмак. Ну-ка, оу, шмак. Давайте-ка глянем. Сейчас мы магии добавим себе только. Новенькую закажем. Все, шикарно. И теперь, естественно, пойдем его разведывать. Хотелось бы, конечно, чтобы он был слабеньким. 368, в принципе, тоже можно было бы напасть. Но, думаю, мы это сделаем чуточку, опять же, попозже. Так. Давайте-ка мы вот этого разведаем. 40 уровень у него. 317 тысяч мощей. Я думаю, стоит рискнуть и напасть на него. Так, у него два кинжальчика. Сейчас мы посмотрим исход боя. Ну, давай, 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 давай. Все. В принципе, уже... Блин, подождите. Нет, побеждаем. Ну что же, вообще замечательно. Ресурсы к нам сейчас в данный момент текут просто рекой. И это означает, что мы все-таки можем сегодня за эту серию что-то поставить, построиться. И еще синий сундук заработали. Вообще великолепно. Так, давайте посмотрим, что у нас в обычном. Ну, это сразу на разборку идет. Даже не будем заморачиваться. И синенький, что нам даст? Дает кольцо на плотников. 21 уровень. Что-то как-то кисло, если честно. Здесь ресурсы. Ну, с этих уже пойдут, наверное, одни ресурсы. Хотя я не против, они мне сейчас очень сильно нужны. Так что давайте уже добьем. Очень, конечно, мало дают. Сила магии, ну, в принципе, можно ставить. Так, это все на магический урон у нас идет. Колечки белые
Хотя их тоже, в принципе, солить, что ли. Надо будет потом как-нибудь их разбомбить. Давайте заберем ману. Здесь у нас улыбочки. Так, яблоки. 400 тысяч нам, грубо говоря, еще за глаза хватит и орков побомбить, и еще немножко пофармить. Если кого, конечно, останется фармить. Так, а здесь у нас кто? Ага. Сменили. Не очень, конечно, хорошо замену сделали мне. Так, а этого, наверное, можно и так глянуть. Без замены. Все-таки 40-й левел. Давайте опять сделаем магию себе. Так, ну что? Оу, 440. Это уже перебор. Не будем мы пока нападать. Слишком сильный он для меня. Алекс. А вот Алекса можно прощупать. 355. Что-то как-то вот чуть-чуть мне не хватает до того, чтобы я мог уже как бы безнаказанно на них нападать. Безболезненно для себя. Ладушки. Тогда, наверное, мы глянем еще вот здесь. Вот Рагнар. Угу. И Николас. Сменим. Ой, ва. Ну-ка. Маловато, честно сказать, ресурсов. Не будем мы его трогать. Этого я сменить пока тоже не могу. Гриван. Ну-ка, давай-ка, родной, показывай, что у тебя. О, и хочется, как говорится, напасть и боязно. Хотя вы сами знаете прекрасно, что риск — это благородное дело. Мощи — это еще не основной показатель. Надо смотреть шмот, который у него одет, и на что заточен. Под какие? Под крит, под уворот. И уже от этого плясать. 368. Давайте-ка попробуем, ребята. Нутром чую, что мне придется здесь слить всю свою магию. Ладно, глядим. Так, ой, воин у меня упал. Ладушки, они его рисанули. Черт подери, смотрите, что происходит. Оу, оу. Кинжальщик добрался до моих магов. Ну, как я вам и говорил, мне пришлось слить просто все свои заморозки. Но зато неплохо поимели с него. Даже очень хорошо. Теперь им придется долго у меня восстанавливаться. Нам есть чем заняться. Ёлки-палки, почти 6 лямов у меня в золоте. Тут мы забираем награду. Ну и давайте вскрывать уже тогда, чё. Это хорошо, на плотника 22 левел. Курточка здесь у нас. Это все сразу разбираем, это барахло нам не нужно. И, наверное, будут одни ресурсики. Ну что ж, немножко сейчас мы их подсоберем. Лук, смотрите-ка, нам выпал зеленый на 79 левел. В принципе, можно его будет разбить, но это попозже, конечно. Так, что здесь у нас? Ресурсы. И последних 3 сундука остается у нас. И наверняка они будут все с ресурсами. Так, и последний. Нет, смотрите-ка, выдался посох, но, как вы понимаете, я его разбираю. Ух, ну что. Так, тут еще, конечно, очень-очень много времени ребята у меня будут заниматься крафтом. Почти каждый по дню. Ну-ка. Оу, ребята, нам хватает на все. И я вот думаю сейчас, что же нам сделать. Сейф, это для денег. Погреб, это, по-моему, для еды. Ну, а тут уже... Да, многовато надо будет. Кухня, магическая мастерская. Не знаю. Склад железа. Вот, мне кажется, с железом бы, наверное, нам и надо заморачиваться. Хотя дерево тоже пригодилось бы. Но все-таки я буду, наверное, делать железо. 9 дней, ё-моё, да пупеть можно. Зато 2,5 миллиона будет в него теперь вмещаться железо. Так, надо мне, наверное, кого-то найти, кто бы у меня там встал и немножечко ускорил постройку. Так, давайте-ка мы выберем кого-нибудь, найдем. Даже не знаю, откуда снять-то. Так, эти двое у меня заняты. Казначеев трогать нет смысла. Наверное, кого-нибудь из плотников, что ли. Хотя, давайте-ка, наверное,
вот этих вот ребят мы сейчас с вами и отправим. Иди сюда. Так, а ты? Ага, ну-ка давай глянем, сколько там тебе надо еще качаться. 2 часа 39 минут до 10 левела. Немножко ты меня, конечно, задачил. Вроде бы как бы и трогать неохота, а вроде бы как и надо. Эти у меня все... Ой, все 20 уровня. Так что, братишка, по-моему, тебе придется идти и помогать в строительстве. Легкой жизнью ты здесь у меня не отделаешься. И насколько мы скоротаем? Ну, в принципе, почти 6 дней. Долго, ребята, очень это долго. А эти архаровцы пускай у меня качаются. До 30 уровня будут развиваться. Жаль, конечно, что остается только 3 рабочих плотника. Дерево будет идти очень мало. Но это пока, потом раскачаемся и заменим. Вроде бы как здесь все. Так, следующий у нас. Ой, как посмотрю на эти цифры, мне аж плохо становится. Да цифры-то ладно, еще полбеды. А вот сколько делаться это все будет? По неделям. Уже какой неделя? Уже намного больше. Там 9-10 дней это как минимум. Кстати, надо будет, наверное, мне потом серию сюда еще прикрепить к этой. Когда ребята у меня уже получат 85 уровень и пойдут у меня в основной состав. И как вы поняли, я начинаю отправлять вам подарки. Ну что, Тазген, получится? Нет у меня сейчас. Ага, балалайка, ладно, делаем еще разок. Все, также поехали. По понижению. Зути, Намат. Отлично. Мофас. Александр Клук. Так, дальше у нас кто будет? Сергей Иванович. Так, давай. Погоди, погоди, давай-ка вот сюда вот. Пятерым, где мои? Где мои архаровцы? Ага, вижу Дэна. Дензель. Кто там опять появился? Бахмаров Андрюха. Ильдар. Так, замечательно все. Фейки такси. Так, давайте Малевичу отправим. Иванушке. Все, забрал я сундук. Ага, здесь значит у нас крыса. Уже до магии добралась. Открываем с вами сундучок и смотрим, что, сколько ресурсов. Нормально. Так, давай, давай, пугай ее. Все, молодец. И у нас еще 10 попыток отправить. Это еще один сундук. Так, здесь у меня все отправлено. Угу, где-то здесь я остановился. Вот, Фофан. Давайте Владимиру Аницую отправим. Талисин. Так, Алекс Арт. Так, теперь Талисин. Владимир Рябуха. И... Так, у меня здесь Иммортал и Умка еще. Так, Умка. Умар Евлоев. Так, Зен Варвар. Обязательно ему. Нерд. И еще трое. Так, это Герман будет. Кузнецов. И все, что ли? А, нет, нет, ребята, Федор. Конечно же, Федор Филиппов. И Влад. Давайте Владу. Покупатель Эльдорадо. Все, ребята. Всем подарки я отправил. Еще раз вам спасибо большое за отправку их мне. Забираем сейчас с вами сундучок. Побренько мы его вскроем, глянем, что нам из него выпадет. А ну-ка, порадуешь? Ну да, ресурсами порадовал. И, в принципе, можно завершать на этом свою серию. Но вы далеко не разбегайтесь, потому что буквально через пару секунд вы увидите продолжение. Потому что я собираюсь снять еще одну серию, а потом уже прикрепить к этой. Ну, правда, займет немножко времени. Увидимся через секунду. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Как я и обещал, прикрепляю вторую серию к первой. Ну что же, 100 пудов у меня, ребята, да-да-да, они получили у меня 85 уровень, поэтому сейчас мы будем с ними что-то делать.
честно говоря, пока еще в голову ничего не лезет, что им повесить, кем их сделать. Так, давайте-ка я их вот сюда вот поставлю. Ты тоже иди сюда. Ну что, кем бы вас сделать, я даже не знаю. Ну-ка попробуем так сделать. Наденем броник. Вот теперь выбор, значит, получается в ожерелках и в кольцах. Магическая броня не нужна. Сила магии тоже что-то не то. Здоровье, блин, неохота. Так, а давайте-ка мы сделаем немножечко вот так. Слушайте, подождите, она сейчас сюда забежит, они будут сейчас к ней приставать. Давайте вот в тренировку ее лучше бросим. Черт, я даже не знаю. Ну, воин мне нужен по-любому, как ни крути. Так, Мирослав, Мирослав, 49. Блин, как бы мне броню-то сравнить? Ну, по мощам синяя броня лучше получается. Давайте вот так мы сделаем. И, да отойди ты. Не получается, давайте просто здесь сравним. Ну, кинжалы лучше, чем в данный момент мой меч. А вот насчет... Так, давайте-ка мы снимем, наверное, колечки и вот эту вот ожерелочку. А наденем уже вот сюда. Так. Ага. И потом мы еще, ребята, с вами проверим, как это будет выглядеть примерно в бою. Насколько вы помните, то в Фиоле я себя чувствовал довольно уверенно. Воин у меня держался как герой. Не падал сразу. Сейчас мы посмотрим, как будет у нас это все выглядеть примерно синим шмотом. Блин, я даже не знаю. Ну что, давайте так тогда сделаем. 80, почти 3000 мощей у меня имеет мой Мирослав. Черт, очень... Да, вот зеленку ставишь, и мощи прямо на глазах тают. Давайте вот так вот. Все. Так, ты, погоди, не ты. Ты возвращайся у меня в основную команду. Как бы с воином мы вроде бы разобрались. Так, а теперь нам нужно отправить какого-то еще бойца дальше качаться. Это, наверное, будет у меня, да-да-да, вот этот вот арбалетчик 70-го левла. Так, иди тренируйся. Блин, сколько же они будут тут тренироваться? Обалдеть, 14 часов 57 минут. Это только на следующий уровень. Охренеть. Так, редкая броня. Ну, как-то я не знаю. Маги у меня есть. И стоит ли еще одного мага себе делать? Даже не знаю. А если мы... Блин, он всего лишь у меня 85 уровня. Всего лишь. Точнее, это максимальный левел. И я даже не знаю. Вот, в принципе, броня есть неплохая на 83 уровень для лучника. Единственное, что нет у меня лука хорошего. Есть вот какая-то лабуда. Так, ну попробуем вот с этой, наверное, я не знаю, зеленью. Фу, это вообще ересь какая-то. Вот, 50 тысяч мне дают мощей вот с этим арбалетом, который почти 2000 урона в секунду наносит. Так, а что ему повесить в плане бижутерии? Так, у тебя... А, мы у тебя уже сняли все. Значит, где-то должна у меня здесь быть. Так, у вор... Это не то, блин. Ёлки-палки, а. Так, урон и у ворот. Давайте, наверное, это наденем. И нужен еще амулет. Смотрите-ка. Крит-то, я думаю, будет получше. Ой, считай, штуку мощей снимает. Блин, я даже не знаю. Что лучше, блин? Сила магии. Ну, да, с ожерелками, ребята, вообще полный завал у меня. Ну, давайте, наверное, может быть, я не знаю, или здоровье повесим, или... А тут у меня все на магию, на магический урон. Очень плохо, ребята. Нехватка у меня в бижутерии, в кольцах. Особенно именно с ожерельями. Ну что, давайте туда наденем здоровье.
59 тысяч он у меня получает мощей. Давайте его в основную команду закинем. Ну и теперь осталось только лишь протестить мою новую команду. Тут вроде бы все нормуль. 81 тысяча у мага. Колечко белое, вообще никуда не годится это. Надо будет делать упор, наверное, на оружие и на бижу. И как раз вот у нас здесь вторжение. Сейчас мы и затестим. 351 тысяча мощей у меня в общей сложности сейчас. Не намного я, конечно, усилился. Ой, это чё? Чё-то как-то ватненько. Ладно, хорошо. Сейчас мы в следующем бою еще посмотрим, как будут у нас обстоят дела. Если так дело пойдет, я думаю, что будем что-то кардинально мы с вами менять. Но правда на что и как, ума не приложу. Синий посох, блин. Честно скажу, не хочу я еще одного мага себе делать. У меня их и так хватает. Редкое оружие, частица ада. Вот арбалет бы ему замечательный бы. И было бы все шикарно. Так, эти все у меня ребята с фиолом почти. Все, точнее двое. Ну что тут опять? Крыса пришла не вовремя. Нервирует они в данный момент меня. Давайте еще разочек сходим на вторжение. Хотя тут слабенькие 169 тысяч мощей должны разобрать моментально их просто. Да ладно, ну как это ересь получается, если честно. Вы посмотрите, он ватный. У меня воин ватный. Ё-моё, что же делать? Так мы далеко не уйдем. И я боюсь, что в портале мне там делать нечего будет. Всего на 20 тысяч я увеличил себе мощь. Но в то же время я ее не замечаю. По-моему, еще хуже стало, чем было. Ну-ка, давай-ка мы, знаете что, снимем вот этот броник, наверное. И посмотрим вот сюда его. Ну-ка. Где он здесь лежит? Он слабенький, подожди-ка. А, вот он. Так. Ну, посмотрите, по броне превосходит. И урон довольно неплохой. Надеваем. Ух ты, да он лучше даже. И мощей добавляет неплохо. Наверное, я его вот так вот и оставлю. Сейчас мы с вами откроем сундучки. Арбалет выпал, елки-палки. На 81 уровень. Ну-ка, где у меня арбалетчик? Ага, этот будет посерьезней. На новом арбалете, как видите, статы есть. У ворот 358. А ну-ка наденем. Ну, все равно как-то не то. Лук вообще ересь, хотя 81 уровень. Нет, фуфловатый, конечно. Ой, даже не знаю. Ну, с воином вроде бы мы определились. Составляем его так, как он есть. Это можно, в принципе, будет разобрать потом шмот. Так, это у нас на мага 84 уровень. Ну-ка, давайте-ка еще разочек попробуем сейчас сделать бой. Ё-моё, у меня здесь и манны-то, оказывается, не было. Надо было ее поставить сразу. За тот период, что я отсутствовал, она бы вся уже сделалась. Ладно, ничего страшного, пускай делается. Ну, а мы делаем бой. Сейчас будем смотреть. Давайте на ускорение. Так, ну что, вот теперь как-то я чувствую, что он стоит. Не так, конечно, мощно, как хотелось бы, но, как видите, стоит, гаденыш. Так, давайте-ка мы сразу следующее сделаем. 250 тысяч мощей у этого вторжения. У этой бригады. Так. Разбирает. Нет, конечно, ему бы лучше бы легкую броню. Ну, именно на кинжальчика, или который носит лучник. Но ее нету. А зеленый шмот я вообще одевать не хочу. А фиолетовый я пока еще не заслужил. О, кстати, 552 на казначея, 30 уровень. Это надо нам посмотреть. Так, 528, да? А этот у нас, по-моему, 552. Ха-ха.
Так, 528. О, вот. Наверное, мы вот так вот и сделаем. 444. Так, тут 31, 33. Куда эта куртка-то делась у нас? 31, 23. Ага, она слабее. Она слабее всех, что у меня есть. Ну что ж, хорошо, казначеи 20 единиц в плюсе получает за курточку. Разбираем этот хлам. Что нам еще дадут? Тоже разбираем. Белое тряпье нам не нужно. И здесь выпадает нам... О, а вот это хорошо. На какой? На 7 левел. 244. Опять же, это для моих рудокопов. Ну-ка, родные, где вы тут у меня копошитесь? Давайте-ка... Это у нас... О, по-моему, даже сюда и сгодится. Ай, по уровню, ё-моё, блин. О, можно и сюда даже поставить. Так. И... Нет, это слабенькое. Нет, это вообще не из этой оперы. Так. Ну что, там у нас от вторжения, по-моему, осталось совсем ничего. И я думаю, что можно их потихонечку идти и разбивать. Дайте мне денег. Ёлки-палки, сколько же мне нужно еще стали? Сколько дерева, а? Горы просто надо. Этих, я думаю, мы сейчас разберем без проблем. Очень мало у них мощей. Погнали. Так. Уложили. Почему они всю магичку мою вот ту ложат постоянно, а? Достали, если честно. Почему не стреляет в воина? Нет, обязательно надо туда, вдаль куда-то. Через меня простреливать. Так, давайте, наверное, сразу же вот это вторжение тоже добавим. Сделаем и начнем бомбить. А потом, я даже не знаю, можно, в принципе, попробовать сходить на сюжетку. Вдруг что-нибудь получится у нас пройти. До этого у меня не выходило, не получалось. Замечательно мы этих ребят разбили. Так, не помешало бы, конечно, немножечко отдохнуть. Хотя давайте-ка, наверное, сразу же добьем. Будем до последнего, короче, биться. Пока все не слягут у меня. Так, деревяшка пустоголовая получила. Ну, маги, давайте, отлично, справились, умнички. Так, три сундучка уже набил я себе. Давайте-ка глянем. Ресы. Здесь у нас что будет? Тоже ресурсы, и в этом то же самое. Ну, ладно, ладно. Блин, если честно, я думал, что вот 85-х бойцов себе поставлю в отряд. У меня мощей хотя бы около 400 будет. Но, к сожалению, как видите, всего лишь 350. Ну, естественно, нету нормальных шмоток, нету колец, нету амулетов. Только лишь все из-за этого. Охранный ров не прокатит. Слишком много нужно ресурсов. И копить, и копить, и копить еще. Ну что вы там у меня отхилились? Ну, почти что. Один вояка только долго хилится. Давайте, наверное, с вами по-быстренькому этих ребят запинаем. Поехали. Слушайте, а что если ему дать 85 уровню мой фиолетовый меч? Может быть, он будет так же... О, вот, вот у нас, ребята, сундучок синий. Может быть, он будет с фиолетовым мечом намного лучше драться. Хотя мы будем терять сразу в мощах. 31 уровень. Ага, кулинар. Ух, ладно. Значит, с орками, с вторжением мы закончили. Ну, давайте тогда на этом, наверное, будем с вами завершать эту серию. Увидимся обязательно в ближайшее время. Будем с вами дальше фармить, копить, в общем, развиваться. А на этом все. Всем пока и до скорого. Ах так! Ах вот ты как! Ах вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...